Не так давно в Анапе бушевал шторм, который привел к массовому выбросу камки. Тогда коммунальные службы вывезли с побережья более 1500 кубометров водорослей. Работы велись ночью, чтобы не создавать неудобства отдыхающим. А вот это место сегодня. Главный интернет-герой исчез вместе с последствиями шторма. Пляжи чистые, водорослей нет, зато есть довольные отдыхающие. Очень люблю Анапу. Я люблю этот безмерный бесконечный пляж. Идешь, получаешь удовольствие. В Анапе очень хорошо. И пусть приезжают люди, пусть отдыхают. В общем, мне очень нравится. Я не ездила столько лет сюда. У меня ощущение, что за городом следят. То есть песочек чистый, мусора немного. Везде указатели, что не мусорят. Для меня это вот как там, для мамы и вообще как для человека так. Ну, это приятно. Все нормально, все хорошо, хорошо. Все убирают, все прекрасно. Чтобы окончательно убедиться в чистоте побережья, мы вместе со специалистом управления по санаторно-курортному комплексу проехали по всем основным песчаным пляжам. От центрального – тот же МТ. Картина везде одинаковая. Невооруженным глазом видно, что за чистотой главного достояния курорта следят добросовестно. Основное тело пляжа находится в удовлетворительном экологическом и санитарном состоянии. Накануне ночью нашим предприятием МУПАКУ велись интенсивные работы по локализации выбросов камки, как мы с вами видели до этого, что еще раз говорит о том, что работы ведутся в полномасштабном объеме, применяется крупногабаритная техника, и работы ведутся в ночное время, тем самым не нарушая отдых наших отдыхающих. Впрочем, камку мы все же нашли в районе пансионата «Звездочка». Тут водоросли были собраны в кучи и подготовлены к транспортировке. Как нас заверили, этой же ночью они будут вывезены и утилизированы. Таким образом, информация о загрязненных пляжах не нашла реального подтверждения. Для нас эта работа не в новинку. Ежегодно мы занимаемся именно уборкой водорослей, камки. У нас в штате предприятия МУПАКУ работают 92 человека, плюс 8 единиц техники. Мы ситуацию держим под контролем. После 10 июля мы ждем прибытия техники катамарана «Улан-Зет», который будет убирать уже из акватории. Мы не будем вытаскивать ее на берег. Но надеемся, что в этом сезоне мы также справимся с таким природным явлением, как выбросы водорослей. На сегодняшний день Анапа смогла создать все условия, чтобы курортный сезон 2017 состоялся. И, видимо, этому не смогут помешать ни морские выбросы, ни информационные вбросы.